Приветствую всех, дорогие друзья. С вами Черный Металл в игре Ark. Survival Evolved. Карта Каморос. Так, что мне нужно? Мне нужен спальник. Где у меня спальник? Так, это у нас что? Ага, Double Bed. Как она хоть выглядит, я тебе посмотрю. Ну, я бы не сказал, что плохо. Лады. Так, топорик надо отремонтировать. Сделаю эту пулей для дробовичка. Немного прифонарел. Ей-богу, прифонарел. Пули для дробовика здесь. Это просто жесть. Такс. Прошу прощения, то, что немного могу запинаться. Ни одно видео уже снимаю. Немного бывает. Так, все, топор есть, кирка есть, это есть, это есть, кровать есть. А вот еды с собой 30 штук, да? Лады. Поперлись. В общем, сегодня основная цель мероприятия — это поставить себе временную базу. Так. Это получается, что у нас? Если я правильно помню, мне вот куда-то на эти острова надо и туда вот вдаль. Ладно, давайте поперлись. По этим островам и вдаль, да. Надо идти аккуратненько, поставить себе базу. Сделай себе, кстати, хитиновую броню. Вот она у меня. Но я не стал себе делать броню, которая здесь доступна стала. Это читерная, слишком читерная, друзья мои, броня. Я вам сейчас ее покажу. Я даже ее как бы одевать не собираюсь. Может, ради красоты, конечно, как-нибудь одену. Но я что-то как-то не понял юмора значит этой броньки. Сейчас я вам покажу ее. Так, 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 так. Она, блин. А, вот она. Вот доступна такая броня. Я, конечно, извиняюсь. Но броня 200, это еще ладно. Я так предположил, что это нормально. И решил дальше посмотреть, что же она нам тут может еще преподнести. Как оказалось, броня это оказалась не вся. Вот есть такая вот конечная броня 750. Я, конечно, извиняюсь, но это звездец. Мне как-то не очень хочется таким пользоваться. Это слишком читерно. Вообще, вряд ли кто-то сможет убить. Меня и так тут с трудом зверье может поломать. Ого, там динозавриков. А ну-ка, надо заглянуть. А акул нету. Нет, акул нету, как ни странно. В общем, хочу я туда, в те горы, пойти. Ну, я примерно прикидываю то, что одну базу там всяко надо разместить. Так как карта не работает, надо будет определяться по кроватям и визуально. В общем, буду размещать базу там, где можно подобывать ресы. Вставлять ее железными шипами. Вот такие шипчики я построил. Потом их поставлю. Интересно посмотреть, как они выглядят. Ого, у вас тут. Ух ты, а чё ты маленькими лапками так ходишь? А, это типа он эволюционирует, да? Это, погоди, погоди, кто? Ё-моё. Ладно, не понял, кто это, ну да ладно. Черепаха. Так, больше я тут ничего опасного не вижу. Это рыба обычная. Там опять эти чудики ходят. Не знаю, стоит их хвалить или нет. Слишком большое там количество. Пени водоплавающие. Хотя, честно говоря, винтовочка есть. Нифига себе, они меня запалили. А я попал или нет вообще? Вот интересно стало. Беги, 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 дятел. О-о-о-о, их тут. Вы чего? Слушай, я тебя обгоню, динозаврик, ты не против? Так, я чувствую, здесь что-то не то, да?
Что-то мне это не очень-то и нравится, если честно. Что-то их многовато. Так, 36 левел готов. Уё. Не нравятся мне их не взгляды, вам честно скажу. Дыхание к тому же. Ребят, чистить зубы надо. Ладно. Отлично, он разделился. Ах ты ж зараза. Так, а ну-ка дробовичок попробуем. Че, я зря его делал, что ли? Да, теперь можно, мужик, поверь. Так, ну кожа всегда мне пригодится, как ни крути. Так, и где этот второй чудик, который чуть моего первого не сожрал? Он делся. Так, дробовичок берем. Ого, его отшмурнуло тут. А, так это двухстволка, ё. Ну-ка. Японский городовой. Не, ну я понимаю теперь, почему такая жуткая стоимость патронов. А, блин, очень дорого. Очень дорого их строить. Я потом, конечно, может, часа 4 потрачу на добычу ресов. Ой, ну с ними, конечно, это звездец какой-то. Так просто такое не построишь. Это я точно могу сказать. Так, у меня повышение уровня доступно. Это хорошо. Так, вроде меня тут никто не хочет вкусить. И чего-нибудь откусить. Так, давайте посмотрим. Выносливость. Я, насколько понял, мне нужно именно здоровье. Стойкость, вот не знаю, зачем она мне вообще нужна, но пока здоровье будем качать. Так, у меня полтинник, да? И уровень 50-й. Что ты мне можешь предложить такого сверхъестественного? Так, альфа-флаг. Броня 200. Нет, это чуть-чуть, блин, тоже скачал, называется, комплект брони. Ну ладно, просто пользоваться не буду. Origin Flag Helmet. Primal Flag Boots. Чё-чё-чё. Primal Flag Boots. Броня 400. Нет, это опять же читерное, блин, оружие. Камера. Чё, прикололись, что ли? Kiddle Dragon Age. Ага. Понятно, металлический указатель. Apex. Siddle. Животных я пока не приручаю. Так, S Industrial. Индустриальный гриль. Кристаллы, ой-ой-ой-ой-ой. Не-не-не. Извините, но пока нет. Так, ладно. Наша главная задача — это поставить себе временную базу. Ну, дробовичок зато проверили. Ну, заодно как раз. Не, дробовик — тема хорошая. Я просто хочу оружие ближнего боя, которое помогло бы мне против этих долбанных, блин, тигров и всего остальной ботвы. Автомата-то у меня пока нету. Я и чувствую... Если так посудить, то я сдохну делать патроны на автомат. Бог мой, эти там выползли, да? Или нет? Вроде одного уже видел. А, ну он там тусует. Ладно, пусть развлекается. У вас обезвоживание. Глотнул, молодец. Так, ладно. Все равно за мной пойдет, да? Ёпшки. Так, ладно, у меня вот этих патронов мало. Но дробовичок мне все-таки больше приколол. Ничего себе, они там лазать умеют. Че, прикалываетесь, что ли? Да вообще, копье попробовать железное сделать, вроде умею.
Не кусаться, не кусаться, я хороший. Блин. Да уж, хороший-то хороший. Да нифига себе. Злобная. Хреновина какая. А, уровень 8, значит, я так долго убивал. Почему-то мне кажется, арбалетом было быстрее. Так, погоди-ка, он когда идет, получается, в бок, он поворачивает немного, да? А ну-ка, давайте-ка попробуем. Блин. Ага, значит, вот где его башка. Ясненько. Значит, я ему в нос стрелял все-таки. Ну ладно, я буду знать. Как говорится, без... Пока не прибьешь, не узнаешь. Так, что у меня тут с желудком-то? Ну, я вижу, что ты воды хочешь. Какая-то типа рана у тебя. Благо тут хоть раны не бесконечные. И то хорошо. Так, глотай. Что у нас здесь? Да, здесь ничего страшного пока нету, да? Ладно, остановим костаминку. Я попремся на тот берег. Или на тот лучше смотаться. Блин. Все равно мне на этот остров чипердоли, да? По какому пути я пойду, это как-то не столь важно. Так, ну... Не, вот эти фигни двигаются, это однозначно. Наверное. Так. Там еще один бродит. Да вы издеваетесь. Это я смотрю, акулы исчезли, их заменили вот эти вот фишки. Ладно. Ничего себе, решил туда сходить. Не-не-не-не-не-не. Не, ну хотя я если пробегу быстренько. Они-то меня даже схватить не успеют. С ними. Давайте пробежимся просто тупо. Ну их нафиг всех. Еще подстраиваться под этих чудес я не собираюсь. Помимо. У меня стаминки вроде хватает. Нет, точно крокодил, однозначно. Вылезли, блин, пузико погреть. Ага, с разбегу. Я тут мимолетом. Правда, вас еще до хрена слишком. Ой, блин, нифига себе их там. Ага, правильно, пусть они это кушают. Так. Ну, протухшее мясо, конечно, я тут не сохраню. Так, здесь главное не останавливаться сейчас, да? Значит, с потрохами сажу. Класс обезвоживания. Круто. Очень круто. Эти за мной так все и прут, да? Так-с. Японский ты бог. Вылетел с горы. Маленький звездец. Так, я подняться как-нибудь смогу сюда? Сейчас, если в горах найду обсидиан, я, наверное, очумею. Счастье. Я вряд ли. Случится? Что-то меня терзают смутные сомнения. Да, и кому не ясно, я хочу организовать временные базы и с помощью кровати на них телепортироваться. Раз в игре это можно. А почему бы этим не воспользоваться? Так, два тройка, да? А вон я вижу северные ледяные горы.
Так, ладно. Блин, эти дурни там ползают. Больших количеств слишком, ребята. Так, что у нас тут? Пиранья, что ли? Да, пиранья. Так, ну вроде пока меня никто тут не палит. Кем они там сражаются? Мне надо как-то вот... Блин, а тут берег пробраться. Ближе к горам форпост сделать. Ладно, попробуем доплыть сейчас. Да, их тут много, смотри, шатается. Ой-ой-ой, я не доплыву. Это уж точно. Так, надо подумать, как тут доплыть-то, блин. Да, что-то тут многовато как-то всего. Ага, вот он за мной последовал. Гадость какая. Единственное, что плохо, потому что по новой потом респанется. Тут местность, я не знаю. Ну ладно, попробуем, конечно, с одним хотя бы справиться. Ого! Мужик, а ты немного ударов-то на себя принял? А, ну 96 уровень. Еще бы, блин. Чему я вообще удивляюсь-то, а? Так, все, один готов. Хорошо. Так, вы замерзаете. Очень рад. Я видел чертеж теплой одежды. И я потом обязательно им воспользуюсь. Но для начала мне надо базу себе сделать маленькую. Хотя бы где-нибудь на острове. Здесь я смотрю, вроде безопасно. Я не помню, как там по поводу путешествий. О, блин. Это вот хреновина... Блин. Так, тут надо подумать будет. Кто там с кем воюет, я понять не могу. О, и там эти чудики, понятно, кем там дракошек воюют. Да, кстати, они же могут сбрасывать драконов даже. Слушайте, вы посмотрите, сколько здесь этих хреней. Это какой-то кошмар. Да уж. Так, что прокачиваем? Так, ладно, здоровье до трешки по любасу надо. На 51 уровне что у меня там есть? Радио. А, понятно. Металлический бокс. Боеприпасы. Шар этого металлического. Лица, сведены цепью, используются с помощью баллисты. И припасы для ловли больших существ. Военная карта. Карта острова, на которой вы можете рисовать свои планы. Полотно дерева кожи.
Что это за нафиг такое сейчас было? Ух, ни хрена себе. Так, ребята, сейчас помогу. Кого ты там атакуешь? Трайков? А Трайков, по-моему, мне сейчас помогут. Сейчас я тут за ними. Сейчас мы тут по роже надаем вместе с Трайками. Что-то я смотрю хреново, как-то Трайки справляются. Молодец, друг. Что там только что грохнулось? Так, посмотрите инвентарь. Ага, стрелы. Попью. Хе-хе-хе. Так, что это? Броня, перчатки с кожаной подкладкой. Так, Трайк, фас. Ну, блин, гад какой. Ну ладно, иди сюда. Поцелуемся, блин. Козлы, блин, мне всех Трайков перебили. Ну ладно, буду я на этом острове делать, пожалуй, времяночку сейчас. Сразу шипы поставлю. Что-то как до туда добраться, я пока, блин, без понятия. Друган, извини, не успел я тебя спасти. Ты мешал, я не хотел по тебе стрелять. Да вы чё, прикололись, что ли? Ох ты ж, блин, то есть... Вы хотите сказать? Я промахнулся. Вот такое тут, блин, и выживание. Звездец называется. У тебя там что? Так, копье. Это фигня. Так, это тоже заберу. Ладно, это мне не столь важно все. Что за нафиг происходит? Ах, зараза какая. Вот представьте себе. Чё, улыбочку покажи. Ух ты ж там еще один. Ёп. Да сколько у вас здесь? Так. Застрял, застрял, застрял. Беги, беги, беги. Мужик, беги. Давай хотя бы одного завалим. Сейчас второго попробуем арбалетиком. Так, давай, 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 мужик, не стесняйся, не стесняйся. Давай водички. И говорю тебе, ты дятлом станешь. Дятлом с большой буквы. Так, ну благо они мне еще стрел подогнали. Боеприпасов мне здесь вряд ли хватило. Куда побежал? Как он меня пытался опередить, прикиньте. Да, конечно, арбалет уже не канает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, а вот теперь будет канать. Тихо-тихо-тихо-тихо. Мне вся броня нафиг ушла. Так, дракон, хоть ты на меня не нападай, прошу тебя. Мне только этого сейчас не хватает. Полного счастья. Так, конкретизирующая стрела? Ну, возможно.
Да вы чего? Они тут что, рождаются нон-стопом, что ли? Это гребаная птица их привлекает. Ёперный ты матрёшкин. Так, я понял, понял, понял. Не дурак. Не, ну дурак он не настолько. Так, надо немножко подумать. Надо немножко подумать. Так, где шипы, где шипы? Срочно шипы. Ах ты, зараза, блин! Ни хрена себе их там! Откуда их столько? Фу, жесть какая! Не, ну сейчас придется добираться. Фу, блин. Это звездец. Ну что ж, дорогие друзья, на этом серию, пожалуй, буду заканчивать. Сейчас я туда побегу нон-стопом. Ну, как говорится, начнем следующую серию. Ну, не знаю с чего. С попытки, блин, там как-то выжить в этом аду. Что ж, кому понравилось, ставьте лайки, комментарии, просто оставляйте под видео на ютубе. С вами был Черный Металл. Всем удачи. Всем пока.